лучи, мое искусственное солнце, подари мне ночь. Спой мне свою единственную песню про любовь. Скроем под раскаленным одеялом тайну слез упавших звезд. Я так хочу, чтобы не кончалась ночь. Я так боюсь, что ты исчезнешь однажды. Еще есть тысяча несказанных слов. Послушай, что будет дальше. Послушай, что будет дальше. Послушай. Двери, закроем двери, растворимся в глубине комнат, влюбленных в лунный свет, скользящий по стене. Чаем, горячим чаем ты напомнишь о себе, моей мечте. Я так хочу, чтоб не кончалась ночь. Я так боюсь, что ты исчезнешь однажды. Еще есть тысяча несказанных слов. Послушай, что будет дальше. Что будет дальше? Послушай. Чтоб не кончалась ночь. Я так боюсь, что ты исчезнешь однажды. Еще есть тысяча несказанных слов. Послушай, что будет дальше. Послушай, что будет дальше. Послушай, что будет дальше. Послушай. Я приветствую всех на телеканале «Беларусь-4». Это программа «Добрый вечер, Гомель». Продолжайте, друзья, аплодировать. Это программа «Добрый вечер, Гомель» на календаре 2 ноября. Ну а этот прекрасный вечер у нас в студии открыли великолепные музыканты рок-группа «Глинтвейн». Ваши аплодисменты. Здравствуйте. Друзья, бодрость и энергия, выносливость – это все имеет огромное значение для всех, будь то офисный сотрудник, домохозяйка или спортсмен. Потому что всем нам необходима сила и энергия, чтобы полноценно заниматься своими ежедневными делами, будь то физическими или умственными. Но иногда бывает так, что эта бодрость, эта энергия и эти силы куда-то нас покидают. Так вот, сегодня будем говорить о том, как же энергию, бодрость и силы сохранить надолго и, скажем так, где же их получить. Сегодня этим вечером ответим на эти и многие другие вопросы. И не забывайте, что мы работаем в прямом эфире 34-22-43, номер телефона, по которому вы сможете дозвониться к нам в студию, в наш прямой эфир. А также не забывайте о том, что наш Вайбер уже готов принимать ваши вопросы. Его номер вы будете постоянно видеть на ваших экранах. Не стесняйтесь, пишите, друзья. Мы начинаем.
Итак, друзья, сегодня будем учиться набираться бодрости, позитива, энергии и бороться, конечно же, с сонливостью, которая, ну, охватывает, если не всех, то очень многих в эти осенние, а то и в зимние дни. Ну, а первыми заряжать нас энергией начали наши замечательные музыканты, группа «Глентвейн». Давайте поприветствуем еще раз их аплодисментами. Здравствуйте, спасибо, что нашли время в этот репетиционный период зайти к нам в студию. Давайте с вами знакомиться поближе. Антон, мы с тобой уже знакомы, да. Скажем так, не первый год. Сергей, с тобой тоже. Да. Вот два еще ваших участника, вашего коллектива. Представляй по очереди всех. Михаил Мурашко. Иван Мурашко, один из самых лучших музыкантов города Гомеля. Друзья, это заслуживает аплодисментов. Да, и я счастлив, что именно такой музыкант работает в моем коллективе, в нашем коллективе. Да. Это Михаил Бугай, бас-гитарист. Бас-гитарист, да. Здравствуйте, Михаил. Сережа Купцов-Кондратьев, это брат мой, близнец. Здравствуйте. Вот два брата-близнеца в одном коллективе. Каково это? Ну, нормально. Скажем так, есть всегда поддержка какая-то, братское плечо, дружеское плечо. То есть, ну, не только брат, он друг в первую очередь, а соратник и... Коллега по музыкальному цеху. Да, и коллега, да. И благодаря тому, что вот мы такие вот вдвоем собрали вокруг себя замечательных ребят, которые сейчас, в принципе, нам как семья. Так что группа «Глентвейн» — типа семья. Сразу от всех телезрителей хочу сказать вам спасибо за... те положительные эмоции и заряд энергии, которые вы уже вплеснули очень щедро в наш эфир вашей композиции, к которой мы чуть позже вернемся. Но хотелось бы поговорить вот о чем. 23 ноября, наверное, красный день календаря в данном случае для группы «Глентвейн», потому что у вас ответственное мероприятие. Друзья, первый большой сольный концерт в честь юбилея группы «Глентвейн». 10 лет ребята уже существуют на белорусской сцене. Рассказывайте, как идет подготовка, как готовитесь к большому концерту? Подготовка идет с полной силой. Репетируем по 3 раза в неделю, а то бывает и по 4. Так что концерт будет очень такой насыщенный, потому что это сегодня в студии только 4 человека. А вообще участие принимают еще 2 вокалистки у нас будет. То есть будет очень довольно-таки весело. Стесняюсь спросить, а... шоу-балет, если есть? Ну, мы об этом думаем, как бы пытаемся привлечь, так сказать, некоторых знакомых, которые тоже, в принципе, работают в городском центре культуры. Вот. Ну, пока что мы разговариваем. Может быть, и шоу-балет будет, так что... Отлично. Композиция, которую вы открыли сегодняшний вечер, я раньше ее нигде не слышал. И смело могу предположить, что это премьера была сегодня. Ну да, эта вообще песня написана была давно, в 2004 году, мною. Ну, как раз-таки тоже был такой ноябрь, в принципе. Вот в это же время она была написана. И да, это премьера композиции, которую мы, в принципе, уже скоро будем записывать. Как и многое другое, мы сейчас тоже будем показывать на свет. То есть уже все в работе, осталось только это довести до ума. Но за 10 лет, видимо, накопилось достаточно большое количество музыкального материала и желание показать публике то, что, возможно, она еще не видела. Что за это десятилетие войдет в концерт? Все-таки в 1,5-2 часа нужно вместить, ну, достаточно большой промежуток времени. Ну, в концерт войдет где-то 16 композиций. 18. Вот. 18, да? 18 композиций. Значит, в этом концерте будут принимать песни, как давно написанные, и буквально вот несколько, буквально 3-4 трека будет уже этого года. То есть я их написал буквально весной и летом. То есть, ну, как-то было вдохновение, писалось, вот. Будут новые. Ну, я думаю, что после этого эфира захочется написать еще что-нибудь. Возможно, какие-то мысли, которые не посещали вас доселе, все-таки... Я надеюсь. Нам в гости. Ребят, концерты — это хорошо, но вот вы знаете, я всегда считал, что... И никто меня в этом не переубедит, что артисты, люди, которые выходят на сцену, постоянно где-то в гастрольных турах, из города в город переезжают, там, поездами, такси, с самолетами, автобусами. Это одни из тех, кто всегда должны быть в тонусе, бодрости и энергии. Вот получается ли это у вас? Ну, в принципе, получается, потому что, ну, кофе попьешь по дорожке, там, брат какого-нибудь коктейля приготовит, умеет там немножко.
Вот. Ну и, в принципе, когда мы ездим на гастроли, мы пытаемся ездить так, чтобы никто не сидел там за рулем или еще что-то. Мы стараемся брать билеты на поезд, и в этот момент мы там высыпаемся, там зарядочка какая-то утром даже в поезде, потому что, ну, в купе приходится брать, чтобы как бы всем коллективом ехать, там что-то обговорить перед концертом, какие движения там делать. Ну, в общем, как у всех, мне кажется. Вот что является для вас источником энергии у группы Глентвейн? Это с утра там молоко и мюсли? Или, ну, не знаю, или может быть, какая-то мелодия, которая просто заряжает вас? Или контрастный душ? Или вот что это может быть? Ну, не знаю, как у ребят. У меня, допустим, это зарядка, значит, перекладина дома, подтягивание. 10 раз, в принципе, достаточно, очень быстро заряжает. Ну, говорят, что у близнецов, у них, в принципе, скажем так, пристрастия в тех или иных моментах схожие. Сергей? Ну да. Тоже перекладина или все-таки... Не, ну, отжимаюсь. У него нет дома перекладины. У меня нету перекладины, и поэтому мне приходится отжиматься. Вначале начинаю 10 раз, ну а потом пока завтрак готовлю, двадцаточку там, и до 30. Ну вот стараюсь с утра, чтобы 50 раз я вот уже отжался. Тогда уже кровь хлынула в тело, уже начинается как бы. Ну и пришел, завтрак. В тонус? Да. Завтрак и все. У меня сложилось только что впечатление, что, Антон, ты только что что-то новое про брата узнал. Может быть. Ребят, еще такой вопрос. Вот не секрет, что часто можно видеть, вот как артист после концерта просто без сил отдыхает в гримерке. Просто работая на сцене, каждый музыкант, каждый актер, артист отдает очень много сил, энергии в зрительный зал. Взамен, безусловно, за это получает бурные продолжительные аплодисменты, цветы, какие-то подарки. Вот откройте секрет. После концерта, как у группы Глентвейн происходит запас пополнения энергии? Это здоровый сон или, может быть, что-то еще? Получается так, что, отыграв концерт, нам приходится тут же садиться и уезжать домой, в принципе. Поэтому все происходит уже в дороге, уже засыпаем там по дороге. То есть, ну, после концерта, конечно, как выжатые лимоны. Это видно даже на фотографиях после концерта. У меня там вечно там рубашка здесь или майка мокрая. То есть, концерт для музыканта — это еще это хороший... Очень хороший тренинг такой. Хороший тренинг и избавиться от лишних калорий. Очень. Каждый концерт для меня — это, как я не знаю, как особенно будто на дорожке беговой пробежался. Вот. А для барабанщика это тем более. Друзья, ваши аплодисменты. Мы нашли, по-моему, новый вид фитнеса, хотя он доступен не каждому, а только тем, кто умеет играть на инструментах, петь и не стесняется выйти на сцену. Но не просто так поиграть, попеть и рассказать про концерт я вас пригласил. Друзья, давайте под аплодисменты проведете нас к нашему столу. Я знаю, что группа Глентвейн не только хорошо играют, поют, приглашают всех на концерт, но у вас есть еще фирменные секреты, которые вы готовы, скажем так, осуществить на кухне. Ну, сегодня у нас кухня есть и в прямом эфире программы «Добрый вечер». Скажите, что это за фирменное блюдо и что мы сегодня здесь будем готовить? Ну, фирменное блюдо, наверное, это мое домашнее, как-то... С женой мы так решили проэкспериментировать. Получился такой легкий салатик. Мы просто посмотрели, что как бы мы не берем никакие там суперпродукты, которых не существует, допустим, у нас в магазине. Я беру просто белокочанную капусту, яблоко. Белокочанная капуста нарезается очень мелко, шинкуется. Яблочко можно кубиками, можно вот так дольками, как я сейчас нарезал. Вот. Потом берем морская капуста без уксуса, желательно. Вот. Можно? Конечно, да, давайте будем уже готовить. Хорошо. Потому что словами сыт да, не будешь, а уже как-то хочется и попробовать, что же получится на выходе. Ну, пока Сергей готовит, Антон, расскажи вот некоторые секреты. Вот как у вас в группе распределяются обязанности, кто за что отвечает? Я так понимаю, что Сергей, главное, чтобы группа Глентвейн была накормлена. Ну, не только, чтобы она была накормлена. Сережа отвечает у нас за многое. Как бы на него возложены вообще очень большие обязанности. Он является как бы арт-директором нашей группы. Ну, то есть это он связи с общественностью, связи там с организаторами, которые проводят концерты. Вот. В принципе, вот это на него возложено все. Ваня — это человек, который помогает
мне дальше творить, так сказать, то, что я приношу. Допустим, я написал песню, приношу, маэстро слушает, тут же где-то что-то исправляет, помогает, где-то мы меняем аккорды без всяких там пререканий, потому что человек с огромным опытом музыкальным, и спорить с таким человеком, ну просто, ну это не уважать его. А так как мы любим его, нам приятно, что он вносит огромный вклад в творчество. Ну еще бы вы не любили своего директора. Я бы посмотрел, как бы он организовал вам гастроли и подготовился к десятилетию коллектива. Скажите, когда приходит вдохновение? Я знаю, что в основном все песни для своего репертуара, то, что вы исполняете, вы предпочитаете писать сами. Ну да, вообще-то я все пишу сам, ничего, так сказать, ни у кого не ворую. Пишу я песни уже давно, с детства, и поэтому это, в принципе, уже как в крови, можно сказать. Вдохновение приходит по-разному. Можно просто сидеть пить чай на кухне с гитарой и тут же сесть и написать песню. Вот, к примеру, как песня, которую мы сегодня представим в Питере. Вот... Просто я сделал кофе, опять-таки. Ну, я, наверное, должен сказать небольшую оговорочку. Есть уже одна песня с таким же названием, которая недавно прогремела по всему интернет-пространству. Ну, да, это да, у вас будет другое, да? Да, это совершенно другое. И к той песне никакого отношения не имеет. Угу. Хорошо. Ну, с вами... Кстати, вот, наверное, не каждый коллектив может похвастаться тем, что ну, два одинаковых человека внешне. Ну, я знаю еще коллективы, у которых есть... Агата Кристи, Братья Гримм. Скажите, вот то, что вы похожи как две капли воды, это помогает или все-таки, ну, во всяком случае, поклонниц делить помогает? Поклонниц? Ну, мне сейчас уже делить нечего, я человек женатый, поэтому как бы я уже предан одному человеку, поэтому мне как бы не до поклонниц. Хорошо, поклонниц оставим в покое, во всем остальном? Во всем остальном, как бы... Ну, мы как бы никогда не жаловались. Вообще, как бы мы привыкли к тому, что мы с детства уже как бы нас как бы вот природа выделила, что мы похожи. Мы уже привыкли к постоянному вниманию. Это с детства. И поэтому как бы нас уже как бы особым таким супервниманием уже не удивишь. Вот. Поэтому как бы все мы делаем вместе. В армии даже служили вместе. В школе учились вместе. Так что как бы и вот на... И музыка тоже вместе. Да, и музыка тоже вместе. Друзья, это достойно аплодисментов. Итак, свое музыкальное произведение вы уже сегодня представили. Защищать будете полностью 23 числа на сцене городского центра культуры, если я не ошибаюсь. Да? Ну а сейчас давайте вот защищать свое блюдо, или остался у нас последний штрих? Последний штрих — я добавляю майонез. Вот. И иногда добавляю майонез и сметану пополам. Угу. Перемешиваю. Подожди, давай не будем перемешивать, оставим такую вот красоту и подадим, как в ресторане, потому что... Знаешь, что я сейчас собираюсь сделать? Да. Попросить тебя защитить это блюдо, рассказать, из каких оно ингредиентов. Можно я его поближе к себе подвину? Да, пожалуйста. Рассказывай, что же здесь? Белокочанная капуста, морская капуста без уксуса, яблоко, обычное. Это все, что можно достать спокойно в магазине. Приятного аппетита. Спасибо. Вот. И, продолжайте. И петрушка. Как бы больше особо ничего и нет. Ну, это ингредиенты мы рассказали, что здесь. А теперь защищайте и по калорийности, и по энергонасыщенности. Какое оно? Почему вы выбрали для презентации у нас на «Добром вечере» на теме сегодняшней программы «Бодрость и энергия» именно это блюдо? Майонез-то калорийный. Майонез калорийный? Ну, во многих блюдах, которые как бы для бодрости, используется майонез. Вот. Ну, я выбрал то, что, допустим, морская капуста, в принципе, полезна. Все знают, что это йод. Как бы белокочанная капуста тоже не вредная. Вот. Яблочко, оно добавляет такой пикантный вкус. Я думаю, вы уже это попробовали, ощутили. Ну, я а петрушка, она сказать, тоже своего образа. Я хочу сказать, что получился великолепный по своим вкусовым качествам салат. И, если честно, я возьму на вооружение его. И спасибо всем домохозяйкам также, ну и тем людям, кто готовит на кухне. А, как известно, лучшие повара – это мужчины. И мы недавно также добрым вечером это выяснили. Ребят, спасибо вам огромное за этот салат. Эти аплодисменты вам. Проходите, пожалуйста, в наш импровизированный концертный зал. Ну, а наш эфир продолжается. И что я вам, друзья, хочу сказать. Вы знаете, если человек с самого утра чувствует сонливость, в течение дня склонен к нервозности, апатии, забывчивости, а под вечер вдруг чувствует подъем силы и энергии, то это знаете, о чем говорит? Это говорит о том, что необходимо внимательно изучить свой распорядок дня и образ в жизни в целом.
Бодрость и энергия – тема нашей сегодняшней программы. Но, друзья, хочу вам сказать, что усталость и апатию испытывал хотя бы каждый из нас. Почему-то эти чувства приходят к нам осенью. Так вот, если вас хотя бы однажды настигли подобные, скажем так, нежелательные спутники, то все поправимо. А вот как это сделать, расскажет мой следующий гость. Давайте его встречать с бурными аплодисментами. Магистр психологических наук, старший преподаватель кафедры психологии ГГУ имени Франциска Скорины Степан Станибула. Сегодня у нас гостях. Степан, здравствуйте, рад вас видеть. Добрый вечер, Александр. Вот на такую странную... Но, по-моему, очень важную тему я пригласил вас побеседовать сегодня у нас в студии. Вот ноябрь месяц – не самый лучший период, и именно сейчас многие жалуются и на сонливость, и на упадок сил, и на недостаток энергии. Может быть, я что-то забыл перечислить. Почему? Да, и на эмоциональное истощение в том числе. Ну, мы как-то уже затрагивали здесь тему, что есть такой феномен, как осенняя депрессия. Да, и вот такое состояние, да, апатии, истощение энергии, это такой определенный уже симптом. То есть, скажем так, истощение энергетического уровня человека, это тоже можно отнести к депрессии? Да, к симптоматике, к симптому такого депрессивного состояния, когда у человека вот настолько истощено, он истощен эмоционально, что как будто он чувствует опустошение, нет сил внутри, и вследствие этого апатия и безразличие. Вот я бы хотел найти ответ на вопрос, почему так происходит? Если разобраться, 24 часа в сутках, Земля по-прежнему вертится, день сменяет ночь, утром мы идем на работу, вечером с работы. Почему вот происходит именно в этот период? Александр, вы по большому счету перечислили все основные моменты. Становится мало солнечного света, плюс очень динамичный рабочий график большинства людей. Угу. Да, условия города, где все очень динамично, быстро. И человек истощается. По большому счету, вот мы даже не до конца знаем, вот как звук на нас влияет. Вот для того, чтобы орган восприятия наш приспособился, должны пройти там тысячи лет, по большому счету. Но давайте представим 100 лет назад, сколько было звуков, а сколько их сейчас. И человек вследствие огромного количества стрессоров, которые его окружают, он истощается, прежде всего эмоционально. Я всегда почему-то думал, что большое количество звуков – это хорошо. Или это не так? Или хорошо, но не всегда. Да, ну, давайте посмотрим, какие звуки нас тоже окружают в том числе. Это же не постоянно группа Глинтвейн, а это шум моторов, то есть звуки нашего большого города, где мы живем. Да, голоса других людей, общественный транспорт, информация, которой тоже очень много. И вследствие этого человек реагирует на это все, включается и... очень часто приводит к тому, что он истощается. То есть обильное количество информации и различных техногенных звуков тоже приводит к тому, что мы лишаемся чувства бодрости, получается. Да, как один из многочисленных факторов, да, в том числе. Хорошо. А все ли подвержены влиянию этих звуков? Или все-таки есть такие крепкие орешки? Конечно. Ну, люди разные. Во-первых, у нас, как мы все понимаем, разный характер. Угу. Одни люди более динамичные, другие менее динамичные. У всех разная ресурсная сфера. То есть то, при помощи чего мы справляемся со стрессом. То есть мы, вот, понимаете, вот по большому счету, вот мне очень всегда нравится такая вот фраза, когда вот сколько может быть реакции на стресс, да? Я люблю говорить, 7 миллиардов комбинаций, потому что столько у нас людей там на планете. То есть и вот мы все очень разные, и реагируем, справляемся, выходим из этих ситуаций, мы тоже все по-разному. Ну, хорошо, подошли к самому, скажем так, одному из ключевых моментов. Если у нас появилась проблема, если именно в этот период от нас куда-то исчезает энергия, а наша задача сегодня – бодрость и энергия, так звучит тема нашей программы, ее узнать, где ее получать,
накопить и приумножить. Угу, угу. Давайте как-то решать эту проблему. Да, ну вот, тоже интересный материал. Вот нам представили участники группы «Глинтвейн». Мне вот очень интересно. Они ребят, говорят... по-моему, у вас появилась новая партия поклонников. Вот предводитель Степан Станибула. Вождь, скорее. Вождь. Вот посмотрите, ребята говорили о том, что они огромное количество времени там занимают физической культуре, да, правильно питанию и своему окружению. То есть это те моменты, которые, да, вот помогают человеку справляться с этим. Но вот опять-таки говорю о том, что все люди разные, да, и ну не каждый человек может в силу возраста, характера, предпочтений заняться гипотетически там физическими упражнениями. Ну не получается у него, не приучен он к этому и не нравится ему это. Но есть еще просто банальная лень. Есть еще банальная лень. Вот для таких людей и чтобы получить вот эту вот такой сильный энергетический заряд, вот для меня очень простой совет. Вот в домашних условиях, вот по большому счету, вот кто знает, вот кто внимание обращает на свою дыхательную систему? Вот как мы дышим? Ну, используя нос. Используя нос. А как сам процесс вообще дыхания происходит? Какой он? То есть сейчас вы предлагаете перейти от слов к делу и немножко практикума? Ну, я предлагаю просто вот такое... Дыхательное упражнение. Да, дыхательное упражнение. А давайте попробуем в прямом эфире. Что нужно для этого сделать? Это нужно сидя, стоя, лежа? Как это происходит? Я думаю, что это... Ну, мы сделаем сидя с вами, Александр. А давайте, потому что я думаю, что наши телезрители тоже смотрят нас в эфире сидя. Так что устраивайтесь поудобнее в креслах, в диванах. Мы начинаем. Метод очень простой. Очень простой. И я думаю, что после первого повторения все усвоят его. Метод... Ребят, тоже повторяйте. Метод сцепленного дыхания. Это как? Вот давайте вот попробуем вот чуть-чуть абстрагироваться здесь и попробовать подышать. Ну, давайте. Ну, не знаю, давайте я буду смотреть на вас, а вы на меня. Каким-то одним отверстием, или носом, или ртом. Ну, мне, вы знаете, до этого всегда только доктора говорили в поликлиниках, когда меня трубочкой слушали, дышите, не дышите, ну и при сдаче флюорографии, все. А вот так вот в студии, чтобы мне кто-то сказал, ну, давай, вот просто дышать, да? Да, давайте вот с вами посмотрим на друг друга и подышим. Нужно как-то вздыхать, и то типа... А вот как вы... Нет, а как вы это делаете вот постоянно? Вот ничего не надо предпринимать тогда? Вот сейчас, когда вы сакцентировали на этом внимание, я вот думаю, как же я дышу на самом деле? А вот в чем этот подвох. На самом деле огромное количество людей не знают, как они дышат, да? А для того, чтобы получить ресурсы, да, есть такой вот небольшой метод, он называется сцепленного дыхания, да? Когда мы... в позиции, скажем так, расслабленной, сидя, начинаем стараться дышать всем телом и вдыхая максимально, ну, воздух, да, и не используя паузу между вдохом. Так, а надо использовать или не использовать? Не использовать между вдохом и выдохом. Mm-hmm. То есть, чтобы между этими двумя процессами вдоха и выдоха паузы не было. Так, да. И что тогда получится? И тогда вот мы насыщаемся вот этой жизненной энергией, дыханием. Потому что вот как исследовали многие психологи, человек дышит. Ну, люди дышат очень специфично. Очень многие делают это вот буквально так. Да, кстати, есть такое. Вот. А дыхание – это первейшая система, которая очень сильно влияет на наше соматическое здоровье, на нашу эмоциональную сферу и так далее. И я вот со своей коллегой со своего университета Галиной Заулиной, мы проводим очень интересные такие техники, которые направлены именно на вот развитие дыхательной сферы человека. И вы просто удивитесь, какие результаты появляются. Люди с такими ресурсами потом ходят. У них ощущение, что вот мы горы просто свернем. Там в течение часа дышим, гипотетически. Это, конечно, все хорошо. Я думаю, что наши многие телезрители приняли ваш совет к сведению. Да. И уже сегодня буквально попытаются его и салат от группы «Глинтвейн» приготовить, и дыхательную систему от Степана Станибулы. Не совсем от меня, Александр. Ну вы же показали. Я повторил. Все, теперь переходим дальше. Вот
современный ритм жизни, как вы уже сказали, ну, давайте смотреть правде в глаза. Если дышать научиться, это, скажем так, полдела, то что же делать с хроническим недосыпанием, которым страдают, кстати, многие? Да, согласен. Ну, для этого... Потому что, насколько я понимаю, отсутствие достаточного количества сна также повлияет на то, чтобы уменьшалось и количество бодрости сил, энергетических запасов и антиапатии, скажем так. Да, ну, тут на самом деле моменты очень просты, которые необходимо затронуть. Во-первых, это то, чем мы себя окружаем. По большому счету, давайте вспомним, что нас окружает, где мы живем, в каких условиях, да, где мы спим, да, каково наше рабочее место. Да, психологи говорят, что очень сильно помогают ароматы, которые нас окружают. Безусловно. В частности, конечно. Ароматы вот такие сильные, цитрусовые ароматы, ароматы мяты очень способствуют такому такой эмоциональной мобилизации человека и способствуют для того, чтобы он в состоянии бодрости и находился достаточно долго, сколько ему нужно. Ну, хорошо, с ароматами разобрались. А как же быть с тем, что и спать нужно достаточно? Конечно, количество? Конечно. Ну, каждому человеку для этого нужны определенные часы. Кому-то 6, кому-то 8. Ну, человек, безусловно, должен высыпаться. Давайте послушаем звонок. Алло. Здравствуйте. 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 Мы вас слушаем. Добрый вам вечер. Как вас зовут? Меня зовут Ирина. Я из Гомеля. Слушаем вас внимательно. Хотела бы такой вопрос задать. Я сплю по 8 часов в день, но каждое утро просыпаюсь и все равно чувствую усталость. Может, вы что-то можете мне посоветовать? Я хочу вам сразу сказать, вы счастливый человек. Если у вас есть 8 часов на сон, я тоже так хочу. Спасибо вам за звонок. Это весь вопрос или есть дополнение? Спасибо. Похоже, удовлетворились вашим ответом. Но все-таки, я думаю, что звонок был вам, Степан, адресован. Я не думаю, я уверен. Как профессиональный психолог, что скажете? Вот 8 часов не хватает для того, чтобы... Ну, я бы спросил у девушки, похоже, может быть, ее что-то беспокоит сейчас в ее жизни? Может быть, какие-то есть стрессоры, которые она не совсем, еще актуальны в ее жизни? Вот понимаете, бывают и такие моменты, знаю не только по себе, но и по некоторым своим друзьям и коллегам, которые чисто иногда делятся такими мыслями, что вот всю ночь мучила бессонница, потому что какие-то мысли лезли в голову. Как избавиться в том числе от тех мыслей, которые не заходят, не приходят, не... влетают, а влазят в голову. Ну, вот тут-то я вот, может быть, повторю такую банальную вещь, но вот тут-то нужно идти именно к психологу, к профессионалу, чтобы он помог вам разобраться в этом. Потому что здесь причины могут быть, здесь огромное количество факторов может этому способствовать. И, тут нужна действительно профессиональная помощь. Если уже идет нарушение сна, это очень сильный маркер и показатель тому, что человеку нужна психологическая помощь. Если нету медицинских именно предпосылок для этого, то есть если человек полностью здоров, да, у него, он полностью здоров, но именно проблемы психологического плана, то нужно идти к психологу. Может, его что-то беспокоит, а преодолеть он это не может. И вот в результате практической работы с психологом он может какие-то внутренние ресурсы актуализировать свои и впоследствии эту проблему преодолеть. Еще нередко доводится слышать о том, что как бы у человека не истощались заряды жизненных сил, энергии, бодрости, у каждого есть скрытые резервы. Ресурсы, да. Но не каждый знает, где они находятся и как ими воспользоваться. Откроем эти тайны. Ой, тут, Александр, вопросы вы вот такие очень интересные задаете. Они такие, на самом деле... Со звездочкой. Да, со звездочкой интересные. Ну, по большому счету, вот что может выступать нашими ресурсами, как вы считаете? Интересно, взгляд человека такого, который... Для меня? Да, вообще, для вас. Килограмм мандаринок. Еще. Хорошая музыка. Еще. Приятное общение. Еще. А разве этого мало? Ну, хорошо. Смотрите, вы же говорили о том, что есть такие ресурсы, о которых человек не знает.
Вот которые как-то вот, ну, скажем так, скрыты от его сознания. Безусловно. Да, вот я вас спросил, вы мне ответили, что вот есть какие-то моменты, которые вы знаете о себе, да? То есть вы знаете, что вам помогает то-то, то-то и то-то. Очень интересно. Вот психологи в результате там огромного количества десятилетий работы пришли к выводу, что ресурсами могут выступать очень интересные и феноменологические аспекты в жизни человека. Ну, например, вера. Вера в себя. Угу. Например, там родители. И то послание, которое несли родители человеку, ну, например, ты сможешь все. И мы очень часто этого не понимаем и не осознаем. А вот именно в работе с психологом он способен эти вот ниточки выявить, актуализировать и как-то показать человеку. И человек с этим ощущением, вот посмотрите, с этим ощущением, я могу все. Он может, ну, горы свернуть. Если я вас правильно понимаю, то у человека должен быть какой-то стимулятор, который будет постоянно ему говорить о том, что ты сможешь все. Или человек сам себе это тоже может говорить? Ну, тут же все зависит от, скажем так, особенностей развития человека. У кого-то был родитель, который говорил ему, ну, ты, в принципе, ну, ничего не сможешь сделать. Ты там... А у другого был другой. Но у этого человека, у первого, может, где-то другой аспект личности, да, актуализирован, ресурсный. И мы вот понемножечку вот эти вот ниточки такие незаметные выявляем и вот способствуем его вот такому, ну, личностному росту и актуализации своих внутренних ресурсов и так далее. Вера в себя, по-большому, чувство. Спасибо вам огромное за эти советы и рекомендации, друзья мои. Аплодисменты. Это психолог Степан Станибула, который дал огромное количество интересных советов. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Знаете, постоянные задержки в офисе, работа на износ, недосыпание, про которое мы сегодня говорили, стресс большого города, раздражительность, плохая концентрация внимания. Ну, есть различные способы зарядиться энергией. О некоторых из них мы уже сегодня узнали, но... Физкультура и спорт тоже никто не отменял. О том, как правильно это сделать, пополнить запасы своей энергии и бодрости при помощи физических нагрузок, расскажет мой гость, который появится совсем скоро. Не переключайтесь. Спорт и физические нагрузки – вот еще один верный способ быть бодрым и полным энергии. Как это сделать правильно? Об этом не только расскажет мой следующий гость. Встречайте, инструктор по фитнесу Максим Телепнев. Сегодня у нас в гостях. Макс, привет. Добрый вечер, Гомель. Привет. Как дела? Хорошо, бодро. Это замечательно. Ну, с твоей работой, наверное, бодрости тебе не занимать. А вообще, вот тебе лично знакомы такие понятия, как упадок сил, недостаточности энергии или вот что-то подобное? Ну, конечно, знакомы, я же тоже люди. Ну, как часто оно у тебя встречается? Ведь мне почему-то казалось, что такие люди, вот как артисты, вот группа Глинтвейн, вот как инструкторы по фитнесу, это люди, которые никогда... У них есть какие-то скрытые резервы, какие-то подзарядки, которые сейчас многие в телефонах используют. Откуда вот ты берешь? Подзарядку? Конечно. Ну, наверное, своим занятием любимым, то, что мое хобби – это и моя работа, и мои какие-то достижения – это все связано с моей жизнью, мои ученики, мой спорт, соревнования, успехи моих учеников. От этого я питаю энергию и постоянно, в основном, я бодрый. Вот я неоднократно видел тебя и на занятиях, и на тренировках. Вот, насколько я знаю, ты сейчас готовишься к какому-то ответственному для себя мероприятию. Расскажи подробнее. Да, меня ждет два старта. Первый – это Кубок Восточной Европы, который будет проходить в Литве, в Вильнюсе. Второй – это Чемпионат Европы, который будет проходить в Малаге, в Испании. Ты знаешь, если честно, вот я попрошу нашего режиссера Ирину Вишневскую показать фрагмент твоих занятий, которые мы видели, как ты тренируешься. Вот если честно, смотрю немножко даже где-то с черной завистью. Я бы тоже так хотел. Вот всем ли доступны веса, которые ты поднимаешь, и все ли, на, скажем так, на это могут быть способны?
абсолютно все. Ну, есть, конечно, у каждого свой генетический потенциал. Каждый человек расположен для того или иного занятия. Допустим, в моем случае я считаю, что я расположен для силовых видов спорта и скоростно-силовых видов спорта. Мой рост, моя антропометрия, мои рычаги, они более оптимальны для поднятия тяжестей с наиболее короткой амплитудой. Ну вот, сегодня мы стараемся разобраться, как же в непростой осенний период, вот, ноябрь наступил, вот как в такой непростой осенний период сохранять бодрость, энергию? Вот ты как представитель спорта, как инструктор по фитнесу, что сможешь порекомендовать нашим зрителям? Первое – это выбрать какой-то определенный режим для себя. Нужно ложиться отдыхать в одно и то же время и просыпаться, желательно, в одно и то же время. Даже если вы легли спать поздно, то есть после 12, после полуночи, то желательно встать до 7, до 8 утра. Так вы себя будете чувствовать бодрее, потому что вы хоть и не доспите какое-то время, как вы говорили уже, в течение 8 часов, да, там люди должны спать. Ну, Степан, есть такое понятие, что... Или для каждого это индивидуально? Ну, да, для каждого индивидуально скорее. Но вот этот промежуток, это, скажем так, от 5-6 часов до 8. Ну, я тут имею свою логику. Если вы даже легли позже, чем вы обычно ложитесь, допустим, постоянно человек ложится в 10, в пол 11-го, а лег на этот раз в 12, то вы нарушили, то есть, одну свою дисциплину. Это подготовка к отдыху и сам непосредственно отдых. Но у вас есть возможность не нарушать сам подъем. То есть, если вы уже поднялись в то же время, в которое вы встаете, значит, ваш организм уже будет хотя бы на 50% функционировать так, как он должен был функционировать, если бы вы легли в то же самое время отдыхать. Ну, с подъемом да. Все-таки разобрались. Но, да. Ты знаешь, есть еще один такой немаловажный момент. Это физические нагрузки, это гимнастика. Вот как специалист, скажи, когда лучше делать гимнастику? Утром, днем или вечером? Гимнастика – это упражнения, направленные на развитие гибкости тела для эластичности мышц. Как мы знаем, что после сна у нас минимальная частота сердечных сокращений в минуту, то есть это пульс наш, минимальное кровоснабжение мышц, это, то есть они у нас не, как говорят у нас, ну, не накачаны, то есть в зале, в тренажерном, ну, не закрепощены мышцы еще. И в это время с утра я считаю, что наиболее оптимальное выполнение гимнастических упражнений, именно упражнений на гибкость. Угу. Ну, хорошо, у нас добрый вечер, Гомель, наша встреча вечером, поэтому нам предстоит тренировка вечером. Насколько, да и тем более, что многие люди в фитнес-клубы, например, отправляются вечером. Что можно им посоветовать? Хорошо ли это? Да, хорошо, в принципе, организм уже прошел, так сказать, все фазы пробуждения, человек поработал, человек прошел какие-то переживания за день, выполнил какие-то задачи, которые стоят для него в приоритете, то есть не для всех в приоритете зал, как, допустим, для меня, это моя работа, мое хобби, ну, чем я живу. А для других людей в приоритете какие-то другие вещи. И прийти в зал, он уже готов, то есть с теми силами, что у него остались, мышцы у него в тонусе, так сказать, он за день разминал свою нервную систему и готов тренироваться в зале. То есть вечером приходит уже подготовленный к тренировке. Да, но вот смотри, какой интересный момент происходит. Кто-то не может дойти до фитнес-клуба в силу занятости, кто-то в силу лени. Поэтому вот как здесь быть? Дома можно организовать себе какой-то комплекс упражнений и устроить, скажем так, ну, что-то подобное на фитнес в домашних условиях? Ну, конечно. А покажешь? Да, давай покажем. Итак, друзья, такого у нас, наверное, еще никогда не было. Ваши аплодисменты. У нас будет импровизированный фитнес-клуб в домашних условиях. Я думаю, что под музыку это будет и лучше объяснять. Вот в фитнес-клубе же обычно музыка играет. Ну да. Да, играет. Спасибо большое нашему звукорежиссеру Ольге Савокиной, которая помогла нам представить в домашних условиях фитнес-клуб. С чего же начать? Мы начнем из комплексного базового упражнения, мультисуставное. Это мультисуставные упражнения, называются те упражнения, в которых задействовано больше одного сустава. В нашем случае это будет приседание. Это комплексное упражнение для мышц бедер.
бедер, для ягодиц, в целом для ног. То, итак, на чем мы ходим. Я предлагаю всем, кто сейчас смотрит, становитесь перед экранами телевизоров и повторяйте все, что говорит наш инструктор по фитнесу Максим Телепнев. Я это тоже буду делать. Я готов. Чтобы правильно нам присесть, нам нужно занять правильное исходное положение. Мы становимся на ширине плеч, носочки мы слегка разводим. Как в детском садике прямо говорили, да, ноги на ширине плеч. Ноги на ширине плеч. То есть нас этого с детства учат этому. Ну, по сути, да. То есть, по сути, и тренажеры не нужны. Это сейчас эра высших технологий. То есть сейчас мы будем работать собственным весом. Собственным весом, абсолютно верно. Итак, ноги на ширине плеч. Ноги на ширине плеч. Руки надо куда-то деть, наверное, будем плечам их ложить таким вот образом. Если есть дома какие-то отягощения, может, бутылки 5-литровые, можно здесь их тоже держать. 5-литровые, хоть бы по 500 грамм бутылочки. Для дополнительного отягощения, все верно. Но мы же хотим в зале больше поднимать, правильно? Конечно, конечно. Чтобы правильно присесть, чтобы вес у нас расположился на всю стопу, нам нужно отвести таз назад сначала. Мы отводим таз назад, то есть вот мы уже почувствовали, как нагрузка пошла на пятки, но носочек у нас приклеен к полу. И, разводя колени, мы садимся тазом назад вниз. Таз у нас в конечной точке должен быть ниже колена. Вот главное не выполнять это упражнение в джинсах, чтобы не произошла какая-нибудь конфузная. Можно внизу небольшую статику сделать и плавненько встать. И сколько повторений нужно сделать для того, чтобы ноги сказали спасибо? Чтобы мышцы не выходили из напряжения, нам лучше делать внутри амплитуды, то есть ножки постоянно держать присогнутые. Угу. И делать максимально медленным темпом до чувства жжения или крови наполнения, как я и сказал. То есть вот таким вот положением. Тем более, что есть еще. Я думаю, истощение мышц. Чтобы красиво выйти на пляж летом, нужно уже готовиться прямо сейчас. Конечно, да, должна быть такая мотивация. Итак, с приседаниями мы разобрались, но... Как говорится, не приседаниями едиными. Что еще подскажешь? Чем дополнить приседания? Следующее комплексное упражнение на верхний плечевой пояс. Известно нам также с детства, с садика, с физкультуры, со школы. Дай угадаю. Отжимание. Да, отжимание. Отжимание от пола. Исходное положение – это упор лежа на полу. То есть становимся мы с тобой в упор. Давай, повторяй за мной. Становимся мы, ставим кисти чуть шире плеч. То есть вот ширина плеч, а мы на кисть ставим шире плеч. Угу. Вот таким вот образом. И разведением локтей в стороны мы опускаемся до касания грудью пола. Так. Легкое касание и подъем. Локти полностью мы не выпрямляем, чтобы мышцы не выходили из напряжения. И сколько вот раз так вот нужно сделать? Тоже до истощения порядка 15-20 раз. Что-то мне подсказывает, я уже... Немного устал, друзья, но если от 5 до 10 раз? От 15 до 20. Я хотел 3 меньше. Максим, спасибо тебе огромное за то, что... Еще пресс. Самое главное для пляжа. Ну, давай только если быстро, мне еще эфир продолжать. Планка. Это комплексное упражнение на абдоминальные мышцы живота, что укрепит нашу осанку, подтянет брюшко, у кого оно есть, угу. За телевизором. Исходное положение также в упоре, но уже на локтях. Ну, это хоть немного полегче. Полностью выпрямляем туловище и стараемся тянуть носки назад, то есть в направлении ног, а голову вперед. И вот напрягаем абдоминальные мышцы живота. Стоим в течение минуты. Друзья, на телевидении все проходит гораздо быстрее. Поаплодируйте нам, мы сделали это. Я простоял в эфире целую минуту на планке. Спасибо. Макс, спасибо большое тебе за эти полезные советы, эти аплодисменты тебе. Ох, что же у меня там дальше-то по сценарию. Ну, а далее, друзья, будем готовиться пополнять свои запасы энергии при помощи такого дивного напитка, как чай, а также заодно узнаем все тонкости и секреты, как же его правильно заваривать. Оставайтесь на телеканале «Беларусь 4», не переключайтесь. Итак, друзья, наш эфир продолжается. Мы говорим сегодня о том, как же пополнить запасы бодрости, энергии, и чтобы никуда они от нас этими долгими осенними, зимними, ноябрьскими вечерами не уходили. Ну а в гости я хочу пригласить человека, который знает о том, как же правильно заваривать чай и обо всех его секретах. В общем, знает о чайных делах все и даже немного больше. Мастер чайных церемоний Дмитрий Трусов сегодня у нас в гостях. Дима, здравствуй. Добрый вечер, Саша. Добрый вечер, Гомер. Витязь, привет. Давай пойдем сразу сюда, вот в эту вот часть нашей студии, где уже у нас все подготовлено для проведения чайной церемонии. Вообще, ты знаешь, очень много вопросов у меня к тебе вот хочется задать. Это хорошо.
одновременно, чтобы не ждали они своей очереди. Какой же вот чай способен повлиять на нашу бодрость? Любой чай абсолютно может повлиять на нашу бодрость. Какой-то больше, какой-то меньше, потому что надо понимать, что чай делается с одного сырья. Это лист чайного куста. Uh-huh. Вот, поэтому, собственно говоря, в зависимости от степени уже приготовления готового продукта, зависит, какими свойствами он будет обладать. Хорошо. Часто бывают такие вот, знаешь, есть поклонники черного и зеленого чая. И каждый хвалит свой чай. Вот ты, как мастер в этом деле, что посоветуешь, черный или зеленый? Но есть еще куча других подвидов. Uh-huh. Белый, желтый, зеленый. Красный, как мы уже сказали, тот уже самый черный, пуэры и улуны. И из пакетика. Ну, я не совсем считаю это чаем, скажем так. Хорошо, я хочу задать еще один вопрос. Есть еще поклонники кофе. Как относишься к этому напитку? Скажем так, любой хороший продукт все равно имеет своих поклонников. И, собственно говоря, если продукт хороший, почему его не любить? Итак, сегодня мы будем учиться готовить, как же правильно заваривать чай. Давай еще начнем с того, что же нам для этого потребуется. Скажем так, для того, чтобы приготовить хороший чай, не всегда обязательно специализированная какая-то посуда, хотя, вот как видите, у меня специализированная. Да, да, вот, да. Но, собственно говоря, самое главное – это понимать самый основной принцип заваривания любого чая – это не передерживать чай в кипятке. Ну вот давай, наверное, сейчас потихоньку начнем это делать. С чего начинается церемония? Обычно всегда прогревают посуду. То есть, чтобы чай был более ароматный, более вкусный, более насыщенный, обычно прогревают посуду, чтобы не терялась температура. То есть можно изначально просто долить, неважно, что это будет, чайник, чаша, френч-пресс, или, как в моем случае, гайвань – это специализированная посуда, которая используется, скажем так, для любого чая, позволяет более быстро приготовить чай. То есть достаточно просто прогреть, то есть немножко подержать в кипяточке. Угу. Вот. И что делаем дальше? Дальше, в зависимости, если у вас есть какая-то чаша, то можно прогреть ее тоже. Угу. Добавок. Ну, собственно говоря, это уже не так уж и важно. Это уже тонкости. Да, это уже тонкости. Я не считаю, что каждому человеку должен эти тонкости знать. То есть обычно я всегда склоняюсь к тому, что чай вкусен тогда, когда он вам нравится. То же самое относится к способу заваривания. Если вам нравится пить чай с пакетиком, пожалуйста, пейте. Ну, вот понимаешь, пока ты готовишься и завариваешь чай, который, я вот думаю, что мы скоро его попробуем, позволь тебе задать еще такой вопрос. Все-таки посмотрят нас сейчас вот зрители дома в уютных квартирах у экранов телевизоров, но в большинстве-то случаев на работе мы пьем чай из пакетика. Возможно ли даже пакетированный чай заварить очень вкусно? Есть ли какие-то хитрости и секреты у есть, тебя, как у мастера? Есть маленькая термония? Хитрость. Проще всего купить пакетики и засыпать туда свой собственный чай, который можно купажировать, добавлять туда, например, сагандаля, ромашку, то есть абсолютно любые добавки, которые вам лично нравятся, и, собственно говоря, использовать хороший, качественный чай. Может, друзья, кстати, аплодисменты за этот совет нашему гостю Диме Трусову. Можешь понюхать, кстати, вот как очень ароматно пахнет хороший чай не из пакетика. Великолепно. Но я уже хочу его попробовать. Что мы делаем дальше? Дальше, собственно говоря, я просто чай омыл, чтобы он как раз вот начал отдавать нотки осени, можно так сказать, потому что этот чай я ассоциирую именно с осенью. Вот, он уже готов к завариванию. Заваривание достаточно быстро происходит, то есть буквально залили и сразу слили. То есть вот так вот с хорошим чаем происходит моментально. А то, что пишут некоторые, от 3 до 5 минут нужно? Качество хорошего чая определяется как раз-таки быстрым завариванием. То есть если его можно очень быстро пролить, то этого будет достаточно, чтобы он заварился. То есть можно вот даже сейчас увидеть, да, что цвет уже достаточно настоялся. И, собственно говоря, этого уже хватает. Это уже все? Можно пить? Это можно пробовать. Друзья, ваши аплодисменты. Это просто волшебство и магия. Долго еще ведутся разговоры, сколько же раз можно заваривать чай? Хороший чай, если... Во-первых, все зависит от того, какой именно это чай.
белый или черный, например, потому что белый или желтый чай выдержит, конечно, поменьше заварок. Это наиболее нежные чаи. Если брать, скажем, уже более ферментированные, то есть это красные, черные или улуны темные, то они будут выдерживать гораздо больше. То есть таким способом можно будет пролить, скажем так, до 10 раз. Сейчас что мы делаем? Сейчас просто повторное заваривание. Степан, я хочу пригласить вас сюда к нам, разделить со мной вот церемонию дегустации этого чая. Благодарю. Можно ли сделать еще одну порцию? Конечно. Макс, присоединяйся к нам. А я хочу зачитать некоторые сообщения, которые пришли к нам в Viber. Итак, очень много сообщений пришло в адрес наших сегодняшних гостей. Это группы Глентвейн. Ребята молодцы, на концерт обязательно пойду. Вот вам и вот там и зарядимся энергией. Также еще одно сообщение. Скажите, по какой ссылке можно вас смотреть онлайн? Отвечайте на вопросы, где же вас искать в онлайн? ВКонтакте. Или в интернете? Где в у интернете, вас такие ресурсы находятся? В интернете, ВКонтакте у нас группа. От Светланы сообщение. Спасибо большое. От Светланы сообщение. Утренняя пробежка и чашка хорошего чая. Вот рецепт бодрости на весь день. Дмитрий, как всегда, интересно и подробно рассказывает о чае, что невозможно не полюбить этот напиток. И прямо сейчас хочется заварить себе чашечку чая. Светлана, пожалуйста, заваривайте и дегустируйте вкусные чаи вместе с нами. От Светланы также пришло сообщение, но, видимо, уже от другой. Талантливые ребята, почему не поют? Светлана, любой каприз обязательно споют этим вечером. От Анастасии сообщение пришло. Каждые выходные стараюсь ходить на йогу и в спортивный зал. Заряд энергии на всю неделю обеспечен. Спасибо вам, ребята, за эти сообщения. Итак, я хочу услышать ваше мнение. Как же вам чай от мастера чайной церемонии Дмитрия Трусова? А я-то думал, вы уже попробовали. Нет. Горячий. Итак, Степан. Отлично. Ребята, ваши аплодисменты. Дима. Есть только коротенький вопрос. Конечно. У нас очень часто люди пьют всегда чай с сахаром. Мне хотелось бы задать Степану, Максиму вопрос. Вот данный чай без сахара вкусен? Ну, для меня он вкусен, но вот я бы... Не хватает. Да, прикуску, вот, например, бы с медом, он бы был бы еще прекраснее. Максим, твое мнение. Да, я тоже вот на мед смотрю, думал, что меда добавим еще. Согласен. Хотелось. И еще лимона хочется с имбирем. Я бы только немножко развеял вот эти как раз стереотипчики. Ну. Нежелательно добавлять ни то, ни другое в чай. А просто за еда? В прикуску можно, но в чай нежелательно, потому что витамин С, который является источником энергии как раз в передачу, в тему передачи говорим, да, разрушается при высокой температуре. То же самое относится и к меду. То есть желательно эти добавки... От 60 градусов. Да, от 60 градусов. Дмитрий, спасибо огромное за эту презентацию, за эту церемонию, за полезные советы, которые вы сегодня принесли в нашу программу. Обязательно я их буду использовать и даже заваривать чай из пакетиков на работе. Друзья, ну а наш добрый вечер, к сожалению, заканчивается, но не расстраивайтесь. Завтра будет еще один вечер, он обязательно будет добрым. Ну, а я напоминаю, что мы сегодня говорили о том же, как сохранить бодрость и энергию. И ребята, которые завершат наш сегодняшний эфир, готовы дарить вам свою бодрость и энергию музыкальную со сцены Городского центра культуры на своем первом большом сольном концерте, который посвящен их десятилетнему юбилею. Это группа Глентвейн. Они же и завершают наш сегодняшний эфир. Ребята, вперед! Ветер питерский причесал мои волосы, я лечу навстречу. Знаю, ты зажгла для меня маяк, и это знак. Я уже которую вечность, не поднимая голову, жил словно в солнечных очках, но теперь все не так. Мечтать, воздух Питера.
дышать. Холод питерский не пугает, согретые чувствами сердца, даже если с крайнего севера дует холода. Все мосты и парки искожены, и мы с собой довольные. Селфи выложим в сетях, во всех новостях. Мы по Невскому гуляем, здесь так хочется мечтать. О, воздух Питера вдыхая, твои руки в моих руках, в этом городе так хочется дышать. Так хочется дышать.